Проиграли 8-5 команде Астон Виллу. Была упорная борьба, было удаление. Интересная игра. Пару слов про прошедший матч. Ну, боролись. В меньшинстве играли практически весь второй тайм. Ну, удаление, я поговорил с судьей, не знаю, не буду ничего говорить на камеру там. Просто я считаю, что желтую карточку давать в центре поля, когда играют корпус к корпусу, а потом такой же момент у команды противника и даже штрафного нет в их сторону. Ладно, будем дальше бороться. Спасибо. Спасибо. Выиграли 8-5 команды Честерфилд. Пару слов о прошедшей игре. Игра очень тяжело сложилась для обеих команд. Как бы, при счете 4-4 удаления у Честерфилда. Молодцы, не сломались, они повели 5-4 и пропустили. Им было тяжело. Считаю, равная игра. Честерфилду удачи в первом дивизионе. Очень приличная команда. С желанием ребята бились. Если бы не удаление, неизвестно, чем закончится. Они в меньшинстве вели 5-4. Просто, конечно, чуть-чуть не хватило на концовку. Ребятам спасибо за игру. Все, всего доброго. Спасибо. Все, спасибо.